Проще было просто здесь поселиться. И расходы на кси мне, конечно, никто не возместит. А? Это что такое? Ладно. Черт. Добрый вечер. Вы знали что-нибудь? А? О моей машине? Ну, насчет спущенных колес? Нет. В смысле нет? Вы проверили камеру, что-нибудь сделали? Я проработал много лет тюремно-охранником. Я на там собаку съел. Никто там не было. Вы, наверное, просто наехали на что-нибудь острое. Что? Колесами? Вполне возможно. Можете себя поздравить. Господи, вам стоит почаще высыпаться. А то вы, кажется, слегка переутомленные. Наконец-то вы сказали что-то разумное. Вот и отлично. Сегодня ночью должны забрать тело. Вместе с вашей лекцией. Почему? Почему никто не сказал? Не стоит ли поторопиться? Твою ж мать. У меня нет сил на это. Я сегодня принимал таблетки? Так, еще-то на таблеточке хуже не будет. Нужно сосредоточиться. Ну, хоть не грязными руками. Это уже радует. Времени мало. Ладно, и так. Спокойно, Джек. Так. Оу. Дело пахнет жареным. Что ж, придем к изучению. Черт, лекция. Чуть не забыл. Нужно взять камеру. Блин, это сейчас записывать это все. Это уже действует мне на нервы. Не поверишь, мне самому действует на нервы эта игра уже. Так, установить камеру. Ладно, идем. Сейчас посмотрим. Половину текста, наверное, зачитывать не буду. Потому что это очень долго и очень нудно. Попробуем по-быстрому сделать вскрытие. Что ж. Невыгодный ракурс, но это ему уже не поможет, да? Всем привет. Сегодня 20... какой-то ноября 91 года. Вскрытие про Джек Хэммон. Так, похоже, забыл про перчатки и фартух. Так, и перчаточки. Да. Вам известна процедура, так что тело уже на столе. Теперь узнаем, что удалось выяснить полиции. Так, итак, перед нами жертва вчерашнего пожара в доме. Личность погибшего не установлена. Так, погибший сидел в кресле перед телевизором, да? Хорошо. Пожар считает, что сейчас случай произошел из-за чего-то там. Точно причину возгорания определить не удалось. Однако известно, что пожар начался в квартире погибшего. И именно он пострадал больше всего. Так, его тело нашли только утром. На нем не было одежды. Владелец квартиры не интересовался личностью погибшего. Он был удивлен. Там вообще кто-то жил. Ну что ж, наша задача установить, стал ли пожар смерть, либо нет. Так, как вы видите, тело в необычном положении. Поставим его как есть и сделаем фото. На, давай, в Инстаграм, да, пару фоточек можно выложить. Так, бонжур. Все, шикарно. Так, это из-за пожара его так скрутило. Ну все, с вас 200 гривен. Поздравляю. Так. Сначала кожа, потом мягкие талии. От пожара. Пострадали.
Так, белок не сворачивается, из-за этого сжимается мышечное волокно. Хорошо. Так, дальше веревка, да, на руке? Нет, на животе вон что-то какая-то. Это рана. Так, мышцы сокращаются снова и снова. Пока не окончательно не деформируются. Так, верхние, конечно, сгибаются в трех суставах. Так, еще два фотка. Ага, два фото. Вот, ножки. Так, для этого достаточно 10 минут. Каких-то 10 минут мышцы искожения непрерывно сокращаются. Человек превращается в зажаренный стейк. Хорошо. Где-то еще сзади, да, наверное? Или нет? Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Во. Хорошо, отлично. Так, прикрепить фото на доску. 2, 3, 4. Хорошо. Теперь нужно распрямить тело и избавиться от веревок. Так. Погибший был связан весьма необычным способом. Скорее всего, шеи и ноги были привязаны к рукам. Они были связаны спереди, на уровне паха. Это объясняет, почему, несмотря на сильные ожоги, конечности так сильно... не так сильно деформированы. Так, провести скрытием. Хорошо. Ну, а кир можно распрямить его. Так, что нужно? Смотреть тело, все что вызывает подозрение с помощью лупы. Хорошо, давай, посмотрим на детали. Так, гусиные лапки, на руках, глаз. В ноздрях сажа. Окей. Шея. Веревка не сильно стягивала горло, она не оставила отметин. Так, можно с уверенностью утверждать, что погибший находился лицом к огнем. Он сидел в кресле, следовательно, его спина была защищена гораздо лучше, чем перед, который обгорел значительно сильнее. Ну? О, вот и запястье. Видно глубокие следы от веревок. Похоже, крупный кожный лоскут отделился от икры. Так, лодыжки были связаны гораздо крепче и туже, чем запястье. Так, как видите, внешний осмотр позволяет узнать много. Так, давайте отмечать на планшете все, что мы с вами нашли. Ну, где наша бумажечка? Что нам делать? Так, отметьте все найденные повреждения. Вроде нашли, да, все или нет? А, вот. Так, зубы вызывают у него вопрос. Так, возможно,
Сломал зубы, пытаясь перегрызть веревку. Сейчас будем узнавать, это инфаркт, отравление газом или смерть от множественных ожогов. Хорошо, детально изучить информацию о каждом найденном повреждении. Так, что нужно делать? Ожоги. Отложить планшет и продолжить работу. Так, найти в лаборатории инструмент для снятия слепков зубов. Так, куда подевалась ложка? Полотенце, бумага. Здесь их нет. И где мне их искать? Ну, вот это вот лаборатория. Я что-то, наверное, упускаю, да? Ну, явно их не здесь, они, да? И на кухне их тоже, наверное, нету. Так, не, кушать мы не хотим. Здесь мы тоже не можем ничего взять. Здесь тоже ничего нету. Погоди. Найти в лаборатории. Ну вот лаборатория. Или нужно вернуться. Так, есть что подсвечивать? Нет, нету. Так, может наверху? О, да? Не? Не оно? Что ты от меня хочешь, игра? Тут вообще ничего не кликабельное. Он даже в упор подошел, оно не хочет ничего. Ладно, давай вернемся назад. Давай вернемся назад, посмотрим. В чем прикол? В чем причина? Ну, откройся. Не хочет. Так, моя старая верная центрифуга. Ну, ребят, вы сами все видите. Здесь вообще ничего не кликабельное. Здесь тоже. Это нам не надо. Здесь у нас ничего не открывается. Ладно, давай. Зайдем в кабинет. Так, очередной похищенный за месяц. Архивы. Это явно не то. Блин, ребята, нету ничего. Слышь, Рипли, а ты не видел нигде? То, что нам нужно с вами. Я без понятия, если честно, куда его тут надо идти. Так. Так, инструменты для снятия слепков зубов. Ну, явно не в туалете. Хорошо, давай таблеточку примем. Опять грязными перчаточками. Ладно, пошли в лабораторию. Это не то, не то. Здесь тоже не то. Это коробочка. Ну вот, смотри. Кликабельная, нет, не кликабельная.
Некликабельная, некликабельная. В этой штуке тоже. Она вроде как бы и подсвечивается. Ну, вроде бы как бы и нет. Так, здесь у нас тоже нет. Здесь у нас тоже нет. Ёп твою. Всё, нашел. Снять слепок зубов. Наконец-то. Запрятали прямо аж. Не найдешь. Так, ложим массу в рот. Прижали. Отлично. Теперь нам понадобится бумага, кисть, чернила. Так, мы сейчас спокойно с помощью этого всего сделаем слепок зубов. Потом отсканируем, как обычно. Ну что, начали? Давай, берем кисточку. Так, хорошо. Берем листочек и прикладываем. Так, поехали. Сейчас будем с помощью, наверное, компьютера, как обычно, искать это все, да? Да, поехали. Так, обнаружены новые данные. Загрузить. Совпадение найдено. Быстро. Вот это мне нравится, вот это хорошо. Так, ладно, добавим новые сведения в планшет. Нельзя было так сразу делать. Окей. Так, с помощью рыбных кусочек вскрыть тело. Так, поехали. Ага. Так, и ткани наконец-то поддаются. Хорошо. Понял, нужно просто успевать нажимать. Едем дальше. Ну тоже читать и одновременно попадать по вот этому пробелу, ну такое себе удовольствие. Фу, хрустит. И последний раз. Мы почти это с вами сделали, все, отлично. Теперь отодвинем покров кожи, раз. Два и три. Так, удаляем ребра. Так, и смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас много интересного. Так, брюшная полость заполнена жидкостью. Нужно все очистить. Найти половник в лаборатории. Серьезно? Мы с помощью половника сейчас будем. А надо было, как, знаете, это бензин отсасывает, берет шланг. Так, кажется, где-то я его видел. Где-то здесь. Ага, вот он. Так, у меня мало времени. Мне понадобится вакуумный насос, отлично. Так, поговори с Ридли. Почему? Все постоянно теряется. Куда оно все делалось? Мистер Ридли, мистер Ридли. Пойду проверю в подвале. Подвал, по-моему, на улице. Там у нас находится. Меня вечно двери вправо относят. Мистер Ридли, где вы? Ля, а кто это? Вы видели? Кто-то был в моем кабинете. И окно открыто. Ладно. Давай, 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 давай. Надо будет потом в кабинет зайти посмотреть, потому что у нас там кто-то был, и окно открыл. Боже. Так, где этот адский агрегат? Где ты?
Так, вилочка, ножички. Ага, вот ее. Поехали. Я точно смогу выбраться с ним отсюда. По идее, да? Такими-то точно однажды покалечусь. Как Элис. Она как-то подвернула ногу на лестнице. Мы тогда собрались в горы. Это был первый наш совместный отпуск. А, Элис. Кто доставляет письма в такое время? Наверное, сидел какой-то тюлень в своем офисе и ленился оторвать свою задницу от кресла. Нужно расположить его около стола. Ну, ставься. Фу, наконец-то можно поставить. Отлично. Что? Где трубка? Им давно не пользовались. Еще раз прошу меня простить. Может осмотреть комнату отдыха? Давай смотрим. Только погоди, у нас кто-то рылся в нашем кабинете. Давай окно закроем. Что-то мне вообще не нравится. Так, комната отдыха. Трубка, трубка, трубка. Записывал код на бумажке, да? Так, а где наш код и на какой бумажке? Так, ладно, давай смотреть. Вот он. 3649, если я не ошибаюсь, правильно? 3649. 3649. Тихо, не сбивай меня. 3649. Так. 3649. Так, вечно забываю эти числа. Посмотрим, что у нас тут. Так, это не то, не то. Часы нет. А это что у нас здесь? Не знаю, мне не интересно. Я пытался забыть. Элис, мне так жаль. Каждый день об этом думаю. Каждый гребаный день. Не могу. Я больше не могу. О, боже. Да хватит, давай плакать, давай забирай шланги, пошли. Не могу. Как я? Блин, достали. Так, не думай об этом. Просто не думай. О, Джек, я надеюсь, что застану тебя на работе. Привет, Дороти. Как дела? Хорошо, спасибо. А у тебя? Кажется, ты устал. Я... Просто тяжелый день. Вот и все. Я переживал за тебя. Прости. Не хотел заставлять тебя беспокойство. И то, что я сказал. Джек, все в порядке. И не достал мне никаких беспокойств. Я все равно не удивлена, что... Нет, правда, прости. Меня от самого себя тошнит. Тебе стоит позаботиться о себе. Ты же вроде бы собрался остаться дома, отдохнуть. Ты ведь знаешь, что тебя могут подменить на работе. Ничего подобного, я не могу. Не хочу туда. Почему бы тебе не поехать куда-нибудь, Джек? Дороти, прошу тебя. Не, правда, сегодня не до этого. Я просто хочу... Перестань. Зачем ты позвонила? Напомните же годном... Тестирование. Мне показалось, что я мог о нем забыть. А, да. Дел было полно.
Даже забыл про свой день рождения. Так, в приемной на столе оставили. Их заберут вряд ли утром. Хорошо, постараюсь не забыть. Хорошо. И... Джек? Постарайся не делать глупости, ладно? Ну, знаешь, алкоголь, таблетки. Ты ведь понимаешь, что не стоит. Да, все под контролем. Мне пора возвращаться к работе. Результаты должны прийти завтра. Я позвоню тебе, как что-то узнаю. Спасибо. Ежегодное тестирование на наркотики. Разберусь с этим позже. Какая слабость в теле. Так, найти таблетки выборные. Господи. Нужно принять таблетки. Слишком много всего навалилось за последнее время. Так, я собирался найти трубку. Вот эта трубочка. Пошли. Сконцентрируйся, Джек. Ладно. А вот и я. Больше не придется прерываться. Итак, присоединим трубку и начнем, да? Поставить самую высокую скорость. Хорошо. Начали. Отлично, поехали. При таком количестве потребуется высокая мощность. Божечки, мы еще сами это все делаем, бля. Вот этот бульончик высасываем с помощью шланга. Еще несколько участков осталось. И еще чуть-чуть. Так, ну тут хорошо. Здесь осталось, да? Так, скорее всего, органы в порядке. Саня, ты в порядке? Все, получилось? Не, еще не все. Но я лично больше не вижу, куда тут дальше надо делать. Блин, как же это долго. Все, наконец-то. Так, уровень на месте, даже в целости. Так, вспомнишь, пришлось взять два образца, для анализов. Окей, давай сердце. И с... откуда? С артерии, да? Так, сначала нужно настроить центрифугу. Взять в кабинете записную книгу, где отказаны параметры для центрифуги. Хорошо, сейчас еще будем с вами искать. На какой страничке? Параметры. Кажется, здесь я уже целую вечность. Так, дай сюда. Поехали. Осталось чуть-чуть. Так, значит, с трупами, найденными после пожара, все оказывается не так все просто. Так, поехали. По поводу заметок, что нам нужно ставить, нужно параметры запустить центрифугу. Это оно. Так, оценка степени тяжести отравления: легкая 10-20, средняя 30, критическая. Угу.
Это не то, да? Уровень в крови 10 минут 85. 10 минут 85. Давай попробуем. Так, 10 минут 85. Оно? Да, оно. Так, углекислость не всегда является причиной смерти. Взять образцы из центрифуги. Давай, берем. Хорошо, пошли в лабораторию. Не, это реально будет последняя серия. Я допишу ее, ну все, спасибо, но не. Хватит. Лучше другую игру поиграю. Так что нужно взять пипетку и установить на объем 2 миллиметра. Так, 2. Хорошо. И поехали. Отлично. Так, установить объем на 4. Раз, два. Я так понимаю, мы это смешиваем все. Так, хорошо. Поехали. Ну, готово. Смерть наступает в результате отравления углекислым газом. Отлично. Запишем результаты и подготовимся к сожжению органов. Блин, ну след он от углекислых газов. Не понял. А где тело? Что? Где? Мистер Ридли? Обойти здание в поисках пропавшего трупа. Прикольно. Зачем он тащил этот странный труп? Спасибо, мистер Ридли. Вот я реально не хотел его разбирать. Мистер Ридли. Зачем вы забрали тело? Какое тело? Ну, тело. Господи, Хэмон, никаких тел у вас не забирал. Тогда кто его забрал? Понятия не имею, о чем вы. Но я... Возвращайтесь лучше к работе. Уже поздно. Ладно. Давай вернемся назад. Может, он с нами в прятки играет, ребят. Мы откуда знаем, правильно? И он такой сейчас выпрыгнет, и ты его одишь. Так, ребята, такие, извиняюсь, я отойду, но недолго. На немножко. Поищем тело. Так, наверное, я... Наверное, я просто устал. Ладно, давайте обойдем полностью все. Ты тут? Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать, кто не спрятался. Я не виноват. Так, давай, выпьем таблеточку. И поехали дальше. Так, со мной происходит что-то странное. И не говори. Что-то тут... Что тут происходит странное? О, бонжур. Что? Что это такое? Ага, пойду к себе. Я что-то опять себе навоображал. Блин, ну единственное место, где осталось, это подвал. Потому что здесь, по-моему, зайти мы не можем. Да, здесь закрыто. Рипли нам тоже не поможет. Ладно, пошли в подвал. Блин, мне все интересно, что это за сарайчик вот этот вот. Давайте подойдем, посмотрим. Да, мы сейчас в подвал спустимся, только хочу посмотреть, что это такое. Алло? Да, он достал библиотеки.
понял. Так, ну тут его явно нету, тут его тоже. Ну реально, он же не мог убежать, правильно? Ага, бонжур. Не, это не он. Ладно, мы все обошли уже. Давайте еще раз по второму кругу. Так увлекательно. Бонжур. Ладно, давай еще раз. Здесь нету, здесь нету. Здесь нету. Так, здесь у нас камера была, но здесь его тоже нету. Угу, давай. Это? Я могу лечь? Нет, не могу, да? Здесь тоже не могу. Я не знаю, где он делался, честно. Вернись, пожалуйста, я хочу уже закончить эту серию. О, бонжур. А вот и ты. Так, мне кажется, миришься всякое. Тогда мы сможем... Что там с результатами? Так, тщательно изучить органы, хорошо. Так, других признаков болезни нету. Хорошо, отлично. Исключить инфаркт. Давай, исключаем. Едем дальше. Так, теперь рассмотрим легкие. Сразу видно, что у них скопилась кровь. И цвет указан на отравление. Так, зафиксированы следы кровоизлияния. Концентрация, хорошо. Так, припрыгивают легкие на доске. Окей, давай. Поехали. Ой. Зацепил случайно. Все, отлично. И назад по-быстрому. Ладно. Видно, как изменилась легочная паренхима какая-то. Ничего нового. Хорошо. Так, продолжить проведение вскрытия. Так, внутреннее повреждение органов. Вызвано дыханием дыма. Отложить планшет, продолжить работу. Так, трахея. Трахея таким же цветом, как и другие органы, да? Так, посмотрим, как оно вылетит изнутри. Хорошо, давай трахею. Мы с вами разберем. Окей, поехали. Так, заметные ожоги. Но больше всего взгляд привлекает большое количество копоти. Похоже, наш покойный оказался в самом центре пожара. Все, можно заканчивать, правильно я понимаю? Да, наконец-то. Все, отравление газом. Так,
Так, осмотр тела показал крайне серьезные термические ожоги, высокая концентрация углекислого газа в тканях, что стало причиной смерти. Признаков инсультов, эмболии, инфарктов не выявлено. Так. Естественно, происшествие и... И давай поставим нашу подпись. О. Шикарно. Так, закроем тело. Зашьем его. И домой, ребят. Так, отойти от тела, поместить тело в холодильник. И можно идти домой, басички. Так, вызови такси. Так, нужно снять перчатки. А где их снять? Ладно, давайте сделаем вид, что мы моем с вами ручки. Все, моем ручки, моем. Берем таблеточки. И едем домой. А вызвать такси мне надо из кабинета, либо Ридли нам вызовет. Твою ж мать, анализ мочи. О нет, ладно, вот так. Так, что это такое? Ничего. Так, подготовьте образец мочи в уборной. Давай, поехали. Образцы готовы, хорошо. Главное, сейчас их не перепутать с таблеточками. Все, Рипли. Я так и ожидал. Спит как убитый. С закрытыми глазами, да? Это Морфеус. Я тебя узнал. Ладно, пошли домой. Или что нам нужно сделать? Погоди, почему еще не написано? Ридли, Рипли. Пора домой, вызвать такси. Найди наш телефон, чтобы я мог вызвать такси. Ёптвою, бля. Зараза. А что здесь происходит? Такси. Добрый вечер. Я диспетчер, здравствуйте, я хочу взять такси. Конечно, солнышко, но сейчас все водители заняты. Такси может приехать не ранее, чем через час. Через час? О, нет. Ладно, пусть так. Могу я знать ваше имя? Джек Хэмон. Отлично, спасибо. У вас есть карта постоянного клиента? Нет. Желаете завести? Для постоянного клиента у нас предложение... Предусмотрены скидки, а также... Это может не ехать быстрее, но я так и думал. Спасибо, до свидания. Уже голова начинает болеть от всего, согласен. Господи, кто там еще? Слушаю вас. Джек? Джек. Зачем ты это сделал? Зачем ты сделал это? Зачем ты это сделал? О, боже. Это что еще такое? Какого черта? Твою мать. Это все переутомление. Просто переутомление. Приму таблетку и успокоюсь. Блин, ну я только что принимал. Ну ладно, давай еще раз. Это какая-то ошибка. Еще целый час. Мне нужно выпить.
Ох, неплохо. Голова кружится. Так, ага, это мы, наверное, Пима, нам сон светит, светит кюснится, да? Угу, прикольненько. А, отпусти меня, пожалуйста. Help me. Говорит, помоги нам.